Афродите. Стандарты обучения волшебству – это экзамен. S-O-V. Больше известны всем как SOV. Учитесь прилежно, и будете вознаграждены. А будете лениться, то последствия могут быть ужасными. До сих пор ваше обучение этому предмету было пугающе отрывочным, но вам будет приятно узнать, что отныне вы будете изучать защитную магию по программе, одобренной министерством. Да? Здесь нет главы использования защитных заклинаний. Использование? Зачем вам в моем классе использовать заклинания? Не представляю. Мы не будем применять магию? Вы будете изучать применение защитных заклинаний совершенно безопасным образом, без всякого риска. Если на нас нападут, то мы должны уметь ими воспользоваться. Те, кто хочет что-либо сказать, должны поднимать руку. Так вот, по мнению нашего министерства, теоретических знаний будет достаточно для того, чтобы вы сдали экзамен, на что в конечном счете и нацелено школьное обучение. И как теория подготовит нас к опасностям, которые нас ждут?